Финансирование программ развития Екатеринбурга из областного бюджета в 2014 году будет продолжено. Для этого городские власти должны грамотно и своевременно подготовить заявки на получение субсидий и обеспечить контроль над эффективностью использования бюджетных средств. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на заседании Президиума регионального правительства, посвященном подведению итогов выполнения в 2013 году мероприятий по развитию Екатеринбурга как областного центра с учетом реализации программы «Столица» и формированию задач на 2014 год. От темпов развития Екатеринбурга, от того, насколько город чист, безопасен, благоустроен, удобен для жизни и бизнеса, во многом зависит и инвестиционная привлекательность, и деловая репутация Свердловской области, рейтинг региона и возможность проводить на Среднем Урале мероприятия международного и межрегионального уровня. Я считал и считаю, что Екатеринбург должен развиваться как столичный город, иметь соответствующие средства для этого. Губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул, что важнейшей задачей администрации Екатеринбурга является повышение эффективности использования бюджетных средств, установление пристального контроля над финансовыми вливаниями. Глава Свердловской области сообщил, что областное правительство предусмотрело в 2014 году на развитие Екатеринбурга 12,6 миллиардов рублей, из которых 8,7 миллиардов предполагается перечислить в форме дотации и субвенций, еще 3,9 миллиардов рублей в рамках государственных программ. Эти средства необходимо направить на создание инфраструктуры для проведения матчей чемпионата мира в 2018 году по футболу, создание мест в детских садах и на строительство школ и доступного жилья. Исполняющий обязанности главы Минтранса Василий Старков отметил, что ассигнования Дорожного фонда Свердловской области на 2014-2015 годы сокращены Министерством финансов по сравнению с ранее утвержденными планами. Несмотря на обозначенные трудности по финансированию дорожного хозяйства в целом на территории Свердловской области и в большей степени на региональных автомобильных дорогах, Министерство транспорта и связи будет продолжать реализацию программы содействия развитию муниципального образования города Екатеринбург, концентра Свердловской области, и обеспечить достижение поставленной цели – это улучшение транспортной ситуации в городе Екатеринбург. Евгений Куйвашев также подчеркнул, что в рамках 8 государственных программ Свердловской области предусмотрена субсидия местным бюджетам, и Екатеринбург может также рассчитывать на дополнительные финансовые вливания. Поэтому второй важнейшей задачей для администрации города является своевременная и грамотная подготовка обоснованных заявок на получение субсидий.